Hello, everyone. Всем привет. Hello. Итак, мы продолжаем смотреть участников Евровидения. На этот раз Великобритания. И будет ее представлять Сэм Руде с песней Spaceman. Не знаю, что будет в этот раз от Великобритании, но давайте сейчас посмотрим. Оставайтесь вместе со мной. Welcome back to Sunday, Len Fleck. Just welcome, Mr. Sam Ryder. It's fantastic to be here. Thank you so much for having me. It's a great honor for you to be here. Tell me, writing this song, where's your head at? If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. The center of my lonely universe, but I'm only human, and I. Я влюблён в голос. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. I'm up in space now. I searched around the universe, been down some black holes. There's nothing but space now. You gotta be. Вот такой был Сэм из Великобритании. Если честно,
Великобритания меня удивляет каждый раз, но ее очень плохо оценивают на Евровидении. Я не знаю, что нужно сделать в Великобритании так, чтобы она хотя бы прошла прошла в первую десятку, потому что это несправедливо. Почему Великобритания... Ответьте мне, пожалуйста, кто-нибудь на этот вопрос, почему Великобритания очень плохо оценивают на Евровидении. Я не знаю. Хотя они... Подожди. Хотя они... отправляют очень классных участников. А в тот же раз, когда был брат Джона Ньюмана, там вообще поставили ноль, и они были на последней песне, хотя песня-то была классная, была такая зажигательная, клёвая. В этот раз тоже они классного участника отправляют. И здесь такая классная песня. Я надеюсь, что Сэм также поёт вживую, и на сцене это будет очень круто сделано. Жди. Вот, но... Я не знаю, на какой у него будет там, конечно, ну, скорее всего, предположим, там будет у него декорация связана что-то с космосом, как я, ну, мы можем догадаться, в принципе, они могут этому сделать, и должно быть что-то классное. Но я надеюсь, что в этот раз, пожалуйста, оцените Великобританию очень хорошо, потому что они реально стараются, они действительно очень хороших и классных участников отправляют, но это несправедливо к отношению к Великобритании, это очень несправедливо. Мне всегда приводит расстройство финал конкурса, когда объявляют очки, баллы и на какое место распределяют. Мне очень обидно всегда за Великобританию, потому что мне действительно нравится Великобритания, и мне всегда жалко смотреть, как Великобритания то в конце, ну, то есть на самом последнем месте, то там чуть-чуть там на предпоследнем месте. Это очень обидно и очень жалко мне видеть, как расстраиваются участники от Великобритании. Я надеюсь, в этот раз Сэм достойно займет место и их оценит по достоинству. Продолжай. Знаешь, на кого отправить? Architects. Такую... 100% выиграет, я уверен. Нет, я тебе могу сказать, что кто смотрит Евровидение, они именно такой рок они не воспримут. С учетом, какие поют песни Architects, в плане того, что как там поют. Там сейчас легенькие есть. Ну, легенькие, не легенькие, они воспримут зрителей Евровидения. Хотя я с каждым разом надеюсь, что Великобритания отправит рок-группу. Там же кто-то, я помню, там кто-то экстримил в каком-то году. Так они не проходили даже финал. А, да? Да. Это печально. Вот, я надеюсь, что когда Великобритания отправит рок-группу, пускай даже они будут петь альтернативу, я с каждым разом надеюсь, что когда идет отбор участников, в плане того, что когда объявляют, кто представляет там Великобританию, я надеюсь, что какая-то рок-группа. Хотя в Великобритании очень много популярных групп есть разных, которые поют не только там какой-то рок, ну, например, возьмите Arctic Monkeys, они же Великобритания, вот, они достаточно клёвые, но это не показатель. Да, им не нужен, мне кажется, они так популярны. Ну, это да, но это не показатель даже, какой... Не факт, что ты какая-то супер крутая группа или исполнитель, который тебя знает не в рамках Евровидения, ты можешь принести победу своей стране. Вот, допустим, один раз как-то Великобритания отправляла популярную группу, но она была в 90-х популярна, там бойсбенд был. Блё, что ли называется, не помню, но они тоже не какое-то там высокое место заняли. Вот. В общем, голос классный у него. Голос классный. Волосы прям... у него классные. Да. Сам человек классный. Да. Прям хочется улыбаться, когда смотришь. Да. Что-то еще? Не помню. Все? Да. Да. Вот, в общем, оставляйте свои комментарии. Пишите, будет очень интересно почитать. Допустим... Это последнее видео по Евровидению? Да, по-моему. А кто должен быть Россией хоть? Не знаю, никого не объявляли. Давай объявим. Так и России нельзя выступать. Ну, мы просто так в видео скажем. Кто достоин? Я не знаю. Вот. Wild Bass. С песней одной, которая у них есть там.
произношению. Фака-фака-е, да? Вот, в общем, ребята, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тоже, если у вас вдруг какие-то есть любимцы страны на конкурсе, и они как-то были недооцененные эти страны, напишите, мне будет интересно почитать. Вот, и также, если хотите поддержать мой канал финансово, то в описании все ссылки. Есть Boosty, тоже переходите туда, есть донатная ссылка, тоже переходите. Boosty. Вот, и также на социальные сети переходите. А с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока, бай-бай.